Tatia. Tatia. Можно уже я пошла? Что? Она тоже грузинка. Не смотри на национальность, смотри на исполнение. She was so nervous. His face, like she's going to someone to kill her. Это мой шанс. Я люблю петь, когда я грустная, когда я рада. И я хочу, чтобы это все видели зрители. И здесь, как и зрители, что, не знаю, вообще классные. Даже в Грузии нету таких зрителей, как все, да. Сенат снопи, там рвал пери. Несмотря на то, что я грузинка, я не буду защищать грузинов, потому что между нами не Грузия, а музыка. Да, тебе всегда слезы нужны только для радости. Я тебе говорю да. Я багато про що мріяла, але найзаповітнішою мрією було потрапити в український X-Factor. Я брала участь в одному грузинському конкурсі. Я прийшла на кастинг, але мене не взяли, бо в мене була сім'я. В Грузії всі впевнені. Якщо ти маєш сім'ю, дітей, то не зможеш нічого досягнути. І зараз усі дороги для мене закриті. Але я так не вважаю. Я переконана, що діти – це найбільше щастя і радість. І саме вони дають мені силу. Я не здалась. І сьогодні я тут. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот наступил день, да. Который ты так мечтала. Да, наступил. Пожалуйста, не подведи. Не подведу. Я очень хочу, чтобы классно пела. Пожалуйста. Спасибо. Time of a free
Зараз Ніно має прийняти рішення – відправити Татію додому або підняти когось з дівчат, які вже сидять. Я еще секунду хочу подумать. Да, я понимаю, но я не знаю, что мне делать, понимаешь? Я не думал, что это будет так тяжело, если честно. Ю-ху! Я не знаю. Давайте будем просто честными и все. Да, Нино, тяжело тебе. Это очень тяжело. Нет, тяжело, потому что есть симпатии перед одним исполнителем, есть интерес перед вторым. Давай будем оценивать не симпатии к людям, а мастерство и то, что они показывают прямо здесь, сегодня и сейчас. Это очень сложно. Я? Нет, пойму, садись. Нет. Я знаю, что ты сначала до конца в музыке. Я знаю, что ты живешь музыкой, но мне будет сложно с тобой найти разные жанры. Я прощаюсь с тобой. Спасибо. Тати, садись. Спасибо.
Не волнуйся. А, как непросто, ребята.